Используется та же установка, что и в предыдущем опыте, но вместо конденсатора в цепь вводим катушку индуктивности. При постоянном токе катушка обладает небольшим активным сопротивлением. Размыкая ключ, убеждаемся в этом. Яркость горения лампочки слегка уменьшается. Введение ферромагнитного сердечника внутрь катушки, то есть увеличение ее индуктивности, не оказывает влияния на сопротивление катушки. Яркость горения лампочки при этом не изменяется. Повторим эксперимент для переменного тока. Переменному току катушка оказывает помимо активного сопротивления реактивное, которое зависит от индуктивности катушки. При введении сердечника внутрь катушки яркость горения лампочки уменьшается. Значит, индуктивное сопротивление тем больше, чем больше индуктивность катушки.